Привет, ребята! С вами снова я, Енотыч, и сегодня мы будем выживать на одном блоке Майнкрафт. Это вообще интересная игра. Очень много ютуберов снимали про это видео. Очень много выживаний, но посмотрим. Посмотрим, как я попытаюсь его пройти. Опа, сундук. Сундуки — это хорошо. Сундуки — это неплохо. Там может лежать какая-нибудь прикольная вещица. Ну, опа-на. Это у нас автор. Что напишет автор? Все на английском, я плохо читаю по-английски. Это... Ой. Это ссылка. Зря я спалил. Может быть, ну, может быть, кто-нибудь заскринит, посмотрит его канал. Или что это там у него. Так, у меня скоро будет обновление биома, я так понял. Опа-на. Да, это обновление биома. Что это такое? Интересно. Чё-то я долго копаю эту косточку. Интересно, она хоть выпадет? Нет, она не выпала. Обидно. Так, я думаю, уже пора крафтить верстачок. Да хватит нам здесь всякие ссылки YouTube отправлять. Я вообще-то видео снимаю. Слишком много просмотров к тебе потом придет. Целых 10. Ладно, мои подписчики, они крутые. И они, конечно же, больше не сделают, чем 10 просмотров. А мы пока расширяем платформу. О, корова. Грибная корова, что она дает? Ладно, пусть живет. На самом деле, вот все так оставляют животных на своем этом, на своем участке, но я никогда не понимал, зачем они это делают. Лучше ее прибить, но сделать потом из нее, допустим, из кожи еды. То есть. Вот она упала, вот. Неудобно получилось. Ни себе, ни людям называется. Так. О, корова, вот, вот это. Нам особо пока ничего от нее не нужно, поэтому мы можем ее прибить. Прибить ее. Так, не убегай. Так, да ё-моё, чего они падают вещи? Я понимаю, что их толкаю в бездну, но они не должны падать. Не имеют права. Да. Особо ничего полезного нет. Ну, в принципе, когда у нас уже будет камень, мы уже, в принципе, сможем себе добывать более нужные вещи. Делаем. И что, давайте сделаем заодно кирку и заодно топор. Давайте. Сделаем. Топор этот, он не в 5 раз быстрее будет, конечно, добывать все вещи. Но сейчас топор вообще не понадобится. О. Ну, дерево можно взять. Ну и немного еды. Все остальное нам тоже придется взять. Кстати, топор намного быстрее ломает, я вам скажу. Это мы закидываем в сундук, все в сундук. Это нам все пока не нужно. А тем временем у нас уже много земли, и мы можем расширить свою платформу. Так, не так. Так. Ну что не так? Что мы сделали? Так, 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 так. Так, отлично, платформа у нас получается. И что мы можем сделать? Мы можем сделать это. Домик мы пока делать не будем, поскольку мы не нуждаемся в нем. Когда будем нуждаться, когда мобы уже будут, то есть ночью, то тогда мы уже и будем делать домик. А сейчас пока он нам не нужен. Скорее бы обнову блока. Я хочу уже каменные вещи. Да, я хочу каменные, не хочу просто копать. Ладно, свинка, отойди. Тебя уж тогда убивать не буду. Еще одна свинка. Ну отойдите вы. Я могу вам загон сделать, если вы хотите. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой-ой, упал я. Интересно, у меня вещи в инвентаре сохраняются? Нет, не сохраняются.
Я пуст. Где наш блок? Вот он. Эх, придется все заново делать. Это хорошо, что я вот это сложил сюда. И поэтому, благодаря этому сундуку, мы здесь выживаем. Ну, я не все в палках хотел, ну ладно. Что мы можем сделать? Мы можем сделать топорик, а также мы можем сделать себе, пока еще ничего не можем сделать. Свинка, отойдем. Так, 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 так. Корова, отойди. Нет! Вот эта корова, она помешала. Мне. Да нет, да, и один удар остался. Опа-на, вот это уже хорошо. Свинка, отойди. Тебя я не хочу потерять. Забираем. Забираем. Делаем такую штучку. И делаем вот такую вот штучку. А вот это остальное мы можем выкинуть. Не понимаю, зачем нам нужна глина. И сделаем себе побольше территории. Не знаю, как вам вообще заходит эта рубрика, не заходит. Вы пишите в комментариях. То комментариев пока нет, я не знаю, что снимать. Поэтому снимаю все подряд. Там Кубкрафт, там всякие выживания. Вот эти свинки. Выживания там всякие. Может быть, сериал свой даже запустить, если будет очень много просмотров и лайков. Да, вот так вот. Так что вы пишите, что хотите, а я подумаю, может быть, будет даже крутая идея. Буду, может быть, даже прям каждый день это выпускать, если это будет не столь затратно и времени. Не столь много будет занимать. А так, пока примерно видео буду выпускать, ну, по крайней мере, один раз в неделю это точно. Это прям 100%. Потому что если не выкладывать хотя бы одно видео в неделю, то YouTube уже перестанет твои видео куда-то отправлять. Так, избавиться надо уже от одной коровы. И это будет вот эта новенькая. То, что со старенькой я уже подружился. И свинку одну надо убрать. Давай, проходи, проходи. Все, спасибо за кожу. И спасибо за еду. Это мы все складываем сюда. Все вещи, которые мне не нужны. Ну, которые я могу потерять и пожалею. Да, что-то очень долго у нас нету обычного камня. Да, камня у нас долго нету. И это печально. Хотел бы уже себе каменные вещи. Каменные кирки. Каменные еще что-нибудь. Меч. Сундук. Ну, ломать просто. И все, в обычный сундук закинуть. Уже, я так понял, вечереет, и могут спавниться мобы. Кто знаток, кто знает, что выпадает из этой коровы? Ага, хотели меня на ловушке поймать. Нет, не получится. Мне нужно срочно куча овец. Три овцы. Свинка, отойди. А без овец я не смогу сделать себе кровать. То есть я не смогу нормально ничего сделать. Так, где у нас уже будет биом, там где у нас будет не дерево, а где у нас будет хоть что-то другое. Ну, зачем мне эта глина? Маленькая свинюшка. Так, давайте сделаем так. Это будет мой дом. Свинка, отойди. Это будет мой маленький домик. Свинки, отойдите, пожалуйста. Это мой маленький домик. И ночью я здесь могу спокойно добывать и никому не мешать. И мне никто тоже не будет мешать. Свинки, отойдите, пожалуйста. Но хуже же вам станет, мне-то вообще все равно.
Свинка, ну ты сама напросилась. Я тебя не просил ко мне подходить. Так, что-то я не понял. Как-то многовато у нас уже всего. Где уже будет хоть что-то другое? Маленькая свинка, отойди. Тем временем у нас уже видео идет 10 минут. Так, эта овечка нам подойдет. И, конечно же, все мы складываем сюда. Почему у нас нету голда, я без понятия. Так, где у нас... Где у нас? Спасибо, баги Майнкрафта. Баги этого ресурс-пака. А, я думаю, я вообще падать стал. О, еще одна. Повезло. Я буду лучше... Да отойдите вы. Отойди. Поэтому я не люблю никого на своем острове держать. Так. Вы напросились, поэтому мы кое-кого возьмем и уберем с нашей базы. Я не виноват, они сами напросились. Я их не просил мне мешать. Отдай, отдай. Так, 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 отдай. Все отлично. Берем один. Так. Берем, и наконец-то мы можем сделать кровать. И поспать. Кайф. Это очень хорошо. Так, а вы знаете, наверное, сейчас я вам покажу один очень крутой способ, как делать адекватные маленькие вещи. Так, берем. Так, делаем. Кроватку мы не сюда кладем, мы ее кладем в другое место. Допустим, вот сюда. Мы ее ставим. Дальше мы берем, добываем этот сундук. Куча вещей, да? И также мы вот это все ставим под кровать. Это большой сундук. Думаете, зачем это все делать? Это экономия мест, ребят. То есть это занимает очень мало места и очень мало затрат. Сюда мы складываем все свои вещи, которые нам не нужны или которые уже валялись в сундуке. Далее мы берем вот это, перекрафчиваем это все вот сюда. Делаем себе вот таких вот панелей. Многовато я сделал. И вот так вот их расставляем. Сейчас я вам покажу. Свинка, отойди. Ой, ничего страшного. Поймет. Прям ровень. Да не так. Как-то по-другому работало. Так, смотрите. Теперь кровать сюда не могу поставить. Так. Подписчики, сейчас уже будет адекватно все. Я все понял. Все свои ошибки. Это мы доломаем потом. И вот, наконец-то, моя куча ресурсов уже у меня. Это мы потом добудем. Так, смотрите, подписчики, что мы делаем? Мы делаем, что делаем, делаем. Мы ставим сюда кровать. Давайте не сюда даже, а вот сюда. Как-то мы сюда вот ставим вот такие вот сундук. Такой сундук. Так, вот такой вот сундук. Поставили. Далее что мы делаем? Что мы делаем дальше? Делаем так. А, ну, каждый типа может сделать по-своему. Можно сделать так. И вот здесь мы закрываем. Опять на shift нажал, и все сломалось.
вот так вот. Вот такая вот кровать у нас красивая получается, защищенная. А здесь также можно... Нет, не в эту сторону. Здесь также можно обезопасить вот эти вот сундуки. Ну а теперь крафтим. Перекрафтили. Перекрафтили. И делаем на всю свою древесину также эти панели. Не понял, где панели, где панели, где панели, где панели. Вот они. Я понял. Нам просто не хватает дерева, и поэтому мы добудем это. Хотя нет, вот у нас есть здесь. Ой, ну ладно. Так, мы, получается, перекрафчиваем вот это вот сюда, и нам снова не хватает. Нам нужно еще такое же дерево. Но не это, конечно, но то, что идет, можно взять. Вот, все, теперь нам хватит хоть на что-то. Берем, берем, забираем. И мы до сих пор не можем сделать люки. Или можем. Или я просто слепой. Вот люки. И... Люков нет! А, вот. Пять таких штук не подходит. И вот здесь тоже можно так обезопасить. И давайте еще одну штучку обезопасим. Опа, приятно. 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 Сейчас мы себе такую территорию отбабахаем. Просто жесть. Вот так вот. Красота. Пусть будет как в обычном биоме. И вот здесь мы сделаем дойди корову. Такие границы, чтобы на, никто не падал. Потом, может быть, и расширим эти границы. Ну, пока. Я не вижу смысла расширять. Корова, отойди, пожалуйста. Отлично. Так, это мы не будем делать. Это мы лучше возьмем. Так, так. И так, так. Все отлично. Здесь мы кладем вот сюда все, что у нас было. И давайте уже на этом заканчивать. С вами был Енотыч. И также Skyblock. Или как это называется, один блок. Всем удачи и всем пока.